Ухоженная кожа, здоровые волосы и ногти. Кому не хочется выглядеть безупречно? Но не всегда получается справиться с досадными огрехами внешности самостоятельно. Тогда на помощь приходят профессионалы. Чтобы на выходе был шик, блеск и красота, городской косметолог Елена Копешникова прилагает немало усилий. Она одна из самых опытных белоярских специалистов в этой сфере. По профессии медсестра, женщина долгие годы работала в районной больнице, а в 1985 году открыла в 5-м доме по улице Центральная свой косметологический кабинет. Раньше в советское время мечтала косметологом быть, потому что косметология была только в больших крупных городах, в областных. А в районах и крупных городах там по 100, по 150 тысяч населения, 300 тысяч населения не было. Елена еще в детстве интересовалась целебными свойствами трав, полезных для кожи продуктов. За своей красотой следила сама, да еще и подругам давала отдельные советы, как, к примеру, избавиться от угревой болезни. В возрасте 33 лет она окончила курсы косметологов в Ростове-на-Дону, закупила свое первое базовое оборудование и начала практиковать. Бизнес, наверное, это прежде всего, наверное, ну, любовь к своему делу, потому что я же не знала, будет у меня люди, какая затрата будет. Я все равно сначала затрачивала вот эти на все аппаратуры, они бешеные деньги стоили. Елена Копишникова предлагает своим клиентам возможность воспользоваться аппаратом для вакуумных процедур, улучшить состояние кожи лица посредством фотоомоложения, поухаживать за руками с помощью парафиновых ванночек. Косметолог благодаря специальному прибору может также установить причину выпадения волос и помочь в решении этой проблемы. Есть также аппарат для ионофореза, жидкий азот для удаления бородавок папиллом, кислородные коктейли и многое другое. Больше 30 лет Елена Копишникова заботится о красоте и здоровье жителей нашего района. В будущем планирует расширять перечень предлагаемых услуг. Александра Прискач, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.